Поступило сообщение о загорании в лесном массиве вблизи населенного пункта Средней Ахтубы. К месту вызова были направлены силы и средства в соответствии со списанием вызова. По прибытии было обнаружено горение лесного массива. Огонь угрожал населенному пункту и домам, которые непосредственно прилегали к лесному массиву. В тушении пожара участвовали силы и средства участкового лесничества, Федеральной противопожарной службы, противопожарной службы субъекта Федерации и силы и средства муниципального района. Всего в тушении пожара принимали участие 11 единиц техники и 35 человек личного состава. На данный момент пожар локализован, угрозы жилым домам и населению нет.